турнир, мужская его часть чемпионата Европы стартовала. Подошла к кульминации, пускай будет так. Да, с выхода сильнейшего спортсмена. Давайте посмотрим, насколько это будет интригующе. Ого! Без вопросов. Да, без вопросов. Да, видели мы, что и 215 уже рвал Лаша в разминочном зале здесь, в Москве, неделю назад так. Да. Последний год. И очень близко, близко это всегда к лучшим достижениям. Тот же вес будет вырывать Гор Минасян. Включается в борьбу Гор Минасян. Центральный судья слегка недоволен был чем-то. Но 2-1 считают. Минасян. А посмотри вот сейчас на плазме большой. Ну, правый локоток, правый, да, локоток отыграл. Да, но да. Не... 216 Гор Минасян. Плюс 4 килограмма. Нигде такого результата Минасян не показывал. Ва! Ничего бежать себе! Вот это да! Молодец! Молодец! Интрига появляется, да? Сумасшедший подход! Да, плюс 4 к своему лучшему показателю. 2019 году было 212, и сегодня уже 216. Интересно, он когда остановился, потом вернулся назад, ты обратил внимание, что... Ну, это чтобы аккуратно, да, чтобы сопроводить. Так это, секундочку, пистолет какой-то над тобой. Ну что же, олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира, неоднократный чемпион Европы, обладатель всех мировых рекордов в этой весовой категории. Лаша Талахадзе. 217. Да, это легко. Очень легко. Легко. Так, ну что же. Самая главная интрига, да, сегодняшнего рывка. Будет, сколько? Не будет? Да, сколько он тогда килограмм будет добавлять? Но нет, на текущий нет, момент для это... рекорда. Да, да. 221, да? Я думаю, что да, 100%. Ну, смотрите, 217 поднял, получается плюс 4 килограмма. Георгий Асанидзе, олимпийский чемпион. Сколько он главный тренер, главный тренер. Никогда, никогда в истории тяжелой атлетики не было даже близко таких сильных атлетов, коим является Лаша Талахадзе. Своей 27 лет этому атлету. Так, ну что же, дорогие друзья, попытка установления мирового рекорда в рывке. 222. Боже мой, как это легко! Да, поздравляю вас, телезрители! Вы сейчас были свидетелями уникального явления. Феноменально. Феноменального. Вот чем интересен спорт? Тем, что он раздвигает горизонты возможностей человечества. После таких, как Лаша, многие могут дерзнуть и попробовать сделать так же. Ты удивляешься? Знаешь, почему? В свое время вот я слышал слова Александра Карелина, легендарного нашего борца греко-римского стиля, что заставило стать трехкратным олимпийским.